Ну что? Снимается все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Он вышел, он нас ждал, он очень хочет почистить, чтобы на голове у него интерференты, я вижу. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Владимира защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Владимира поднимайся в комнату диагностики. Пошел прием. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Владимира. Интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Готов, доверит. Отлично. И я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой. 37 тонких тел Владимира. Находит все. Гуманоид у него какой-то. Он мимикрирует без конца. Хорошо, гуманоид. Да, гуманоид, если ты сейчас не прекратишь этот спектакль, я тебя сожгу. Снимаются все маски и голограммы. Сущность пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Если это голограмма, выстраивай канал к ответственному 1, 2, 3. Притягивай его в клетку, тюрьму, где бы он ни находился. Значит, 3, 1, 2, 3. Стоит в клетке. У него этот хамелеон, который цвета меняет. Значит, и гуманоид, и хамелеон. Нет, это не гуманоид. Значит, это хамелеон. Угу. Хорошо, хамелеон. Проявился. Ты мне здесь хочешь какой-то спектакль устроить, представление, или как мне это понять, хамелеон? Ты понимаешь, где ты находишься? Выжить хочет он. И ты обманом не выживешь. Ты должен со мной кооперировать. Если я не позволю тебе выйти из биополя, ты никуда уже больше не уйдешь. Там почищена квартира, ты будешь гореть внутри человека, доставляя ему тем самым боль. Это твоя работа была в последнее время, воздействие на него? Жарко ему. Понятно. Значит, хамелеон, спрут. Еле дышит, и он становится как клетка цветом. Делает свой цвет как клетка, сливается с ней. Нормально. У него арахноид. И арахноид у него есть. Суккуб. Арахноид, суккуб. Есть. Демон. И демон. А ну, посмотри, какой у нас там демон. Считай цифры над головой. 12. Веселая компания. Кто-нибудь еще есть? Нет, демон говорит, устал ждать, когда выпустишь. Че так долго? Ну, так ты не мне говори. Ты говори человеку. Это ты стучался так настойчиво, чтобы тебя выпустили, да? Вместе и с камень. Понятно. Хорошо. Ладно, демон. Ну, вот так вот получилось. Как смогли. Никто не хотел это специально делать. Хорошо, демон, скажи мне сразу, есть лярвы биополе Владимира? Да. Ну вот видишь, как хорошо. Я тебе намеревался их отдать. Как? Давай. За причинение неудобства. Но ты их получишь только тогда, когда подойдет твоя очередь. Я тебе дам команду. После того, как ты все снимешь и доложишь мне о готовности к проверке. Только после этого я тебе дам команду на лярвы. Кроме того, ты будешь мне отвечать на все остальные вопросы, это понятно. Хорошо, все понятно. Так, давайте. Быстрее, если можно. А что такое? Неуютно мне у вас. А, в этом плане из-за энергии Арго, да? Да. Хорошо, я уж постараюсь, как могу. Хорошо. Так, переходим сразу к реверсу энергии. И я даю команду тонкой копии Владимира спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные и патогенные низковибрационные энергии в его биополе. 1, 2, 3. Канал выстраивается, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Владимиру. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 8 лет. 8 лет. Хамелеон, как долго ты находился в этом биополе? Цифра идет 30. 30 лет? Менялся, подстраивался. Да, цвета он показывает, как он менял. И что ты ему давал? Эти 30 лет. Хамелеона делал. Ты делал из него хамелеона. И как получалось? Иногда. Хорошо. 30 лет. Один из таких рекордов, который мы пока еще редко видели. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 11. Какие все долгожители? 11 лет.
Арахнует, у тебя в квартире есть на потомство? В квартире нет. Хорошо, у кого из Квартира присутствующих? очищена. Мы чистили, точно, что-то я несу. Поэтому им плохо-то и стало. Суккуб, как долго ты находишься в биополе? Подожди, у арахноида в офисе есть. В офисе. Где он Хорошо. работает под ключки. Хорошо, арахноид, ты знаешь, мы сегодня будем чистить офис, поэтому мы будем все там опять собирать и, возможно, мы с тобой второй раз встретимся. Или это будет твое потомство с тобой не связано? Связанное со мной. Хорошо, тогда мы сделаем следующим образом. Когда мы чистку закончим и все проверку пройдут, я тебя отправлю в офис. Сам приду минут через 20 и после этого проверку сделаю и отпущу тебя на твою чистоту с твоим потомством. Тебя устраивает такой вариант? Да. Хорошо, так и сделаем в офис его. Итак, Суккуб, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. Ревер закончился, Вера? Закончился. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Владимир забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Владимир себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает всю свою себе обратно. И демон, давай рассказывай о своей тяжелой судьбе. Как долго ты находишься в этом биополе? 4 года. А что тебе так понравилось? Покажи ситуацию, когда ты зашел. Жаль, что раньше не зашел. Интересный экземпляр. Да ты что? Угу. Да, смотрю, хамелеон там тоже себя уютно чувствовал 30 лет. Скажи, что тебя притягивало для того, чтобы он мог работать над собой, над своей осознанностью? Что ему стоит исключить из своего характера, из своего поведения, чтобы не притянуть тебя? Властность. Давление. Это все твоя чистота, я знаю. Я всегда прав. А, вот как. Другие варианты не рассматриваются. Отлично. Я хочу получить от тебя подтверждение, что это является чистотой демонической. И это твоя музыка в твоих ушах, правильно? Так это ж эгоизм. Это эгоизм, это начало, основа всего остального. Конечно. Люблю таких. Всех остальных пороков. Смотри, какой ты развитый демон. Много выжить можно с ним. Хорошо. Но за 4 года, я полагаю, ты там погулял неплохо, да? Хорошо погулял. Все мои команды выполнялись. У вас хорошо была налажена связь? У тебя с ним связь была налажена хорошо? Он тебя слышал, да? Да. Мы с ним на одной частоте. Ну, это 12 герц. Вера, ну считай, сколько сейчас у Владимира герц? 10. 10 герц. Вот это да. Но это что, стоять посередине кладбища ночью? Вот это будет 10 герц. Ревер закончился. Переходим к процедуре вытаскивания. Давай начнем с хамелеона, который 30 лет там находился. Выходи. Вот подожди, бес он тебе говорит. Да, демон он. Что ты его, этот демон говорит, что ты его обижаешь. Почему? Но он в нем сидел, он его подпитывал. 10 герц ему хватало, потому что демон его подпитывал своей энергией демонической. Ну, в этом плане я тебя не обижаю. Я просто говорю, что у него всегда есть другая возможность заправляться чистыми энергиями напрямую от отца. Космическими энергиями, которые у него душа. И вот этими энергиями он должен заполняться. Безусловно, демоны могут поддерживать жизнь в человеке, но это будет очень нехорошая жизнь в человеческом понимании. Я тебя не обидел ни в коей мере. Он обижается, потому что он работал. Я ценю твою... Подпитывал его энергиями. Хорошо. Если хочешь, придет время, тогда еще можешь добавить. Но мне пока надо продолжать дальше. Давай, хамелеон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Отключайся полностью. Высасывай всю свою жидкость. Ничего не забывай. Проверка и доклады о готовности к проверке. Ничего не забывать, чтобы случайно не сгореть по каналу. Такое бывало. 3 чакры он занимал. Сердечная, вишудха и синее тело тонкое. 3-й глаз. Угу. Синхронизирован. Полностью. Я вижу, да, за 30 лет других вариантов нет. А кто из вас оказывал негативное влияние на его бизнес? Никто из них. Это в бюро кто-то сидит? В офисе, да? Там сидит, подожди, арахноид показывает.
А Джина там нету случайно? Джин в коридоре сидит. А, ну там я его... стулья. Да, вот кто может быть ответственен за это все. Хотя, с другой стороны, нет. Может и Джин. Посмотрим. Хорошо, ждем хамелеона. Пусть вытаскивает все, что оставил, а мы уже вытащим остатки. 30 лет. Понятно, хорошо, 30 лет. Не представляю, что там с человеком. Ужасно. Спрут, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, отключай свои присоски, жидкость откачивай. Я на голове сидел, да? Угу. Хорошо, как ты воздействовал? Что это было? Каша в голове? Была каша. Каша в голове, понятно. И как следствие этой каши, тогда появлялось какое-то недовольство или какая-то агрессия на чистоте демона. Возможно такое? Когда человек не мог сконцентрироваться? Внизу работал демон. Я увидел, просто я хотел переспросить. Хорошо. Демон там точно что-то утяжеляющее поставил внизу на ноги. Сейчас рассмотрю. Хорошо. Ой, не разговаривай с ним, он сразу начинает показывать. Внимание, хорошо, Дима. Тянет туда. Понятно, хорошо, давай. Спрут забрался. Спрут забрал, хамелеон забрал. Арахноид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил, отключайся полностью. А как вы там поместились вместе со спрутом, арахноид? Нет, он ниже. Желто-оранжевая чакра. Паутина. Живот и низ живота, он там сидел. Вот как оттуда что холод. Я что-то подумал на суккуба. А суккуб, значит, еще ниже. Еще красный. Ниже сидел. А демон вообще внизу. Нога. Понятно. И умещается же все. Арахноид наплюнул у него. Чакры закрыл он ему. Вот кто перекрыл чакры, да? Паутина там полностью у него. Не, ну человек после чистки, он просто задышит. Это как в, как в противогазе жить все время. Хорошо, так, и у нас остался суккуб. Выходит, отключайся, суккуб, снимай все, что ты оставил, все свои ленточки, корсеты, ошейники. Как ты воздействовал, суккуб, на физический план? Где он ощущал дискомфорт от твоего воздействия? Плохо спал или что это было? Выкачивание энергии по ночам? Чем ты занимался, кроме твоей основной работы? Он его бил. У него на шее ошейник, за который он тянет и бьет его по щекам. Вот как. Суккуб, а как ты это объяснишь? Это что? Плетка у него есть. Он его бил. В общем, он не высыпался, а разбитый просыпался. Вот как воздействовал суккуб. Целых 3 года последних. Я думаю, это состояние тогда Владимир должен вспомнить. Он забрался. Хорошо. Демон, прошу тебя. Выходи, снимай все, что ты оставил, и рассказывай теперь, как ты установил, как это воздействовало. Нахваливай себя. Я весь во внимании. Ну, наконец-то, самого последнего оставил меня. Я специально тебе расчистил дорогу, чтобы ты не лазил в космических энергиях, и тебе было легче снимать лярвы. Так тебе устраивает такой вариант? Ладно, ладно. Давай. Что там, Вера? Качели у меня тут на уровне коленок. Понятно. Которая крепится внизу на ступни. Это проблемы с чем на физическом плане? Ходить тяжело, ноги болят, суставы, колени. Болят. Пах. Костенеют руки еще. Еще и руки костенеют. Серьезная работа. Я серьезный. Я не сомневаюсь, я слышу. Видно, профессионал своего дела. Я все снял. Хорошо. Лярвы готов забирать. Хорошо, демон, я даю тебе разрешение. Забирай все лярвы, которые остались. Ничего не забывай. Голосовая чакра у него, лярва. Голосовая чакра, но он объяснил. На шее. Это, скорее всего, от того, что говорил, да, Вишутха? Но он говорит с напором. Ага. Тяжело говорит. Слушайте, вы все должны. На сердце есть у него лярва. Вот от этого лярвы, от этого... Громкого повелительного тона, да, шея. Слово идет сердце. Манипуляция. Манипулирование человеком. Встречались и с такими вещами. Это все чистота темных низковибрационных сущностей. Здесь иллюзий никаких не должно быть ни у кого. Хорошо. Так, демон все забрал, все поехали дальше. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду Владимиру на рассинхронизацию. Его число значения 100%. Ну, хамелеон там плотно за 30 лет синхронизирован. Скажи мне, хамелеон, а если бы ты еще просидел там
лет 10, чтобы от человека осталось? Хамелеоном бы стал, ты из него сделал, или как? Дальше жили бы и дружили. Ну, понятно. А что ты ему давал конкретно? Демон там... Свои энергии давал. А что он с этими энергиями мог делать? Меняться, как я. То есть вот эта вот черта его характера, как ты объяснил, он как хамелеон, это значит, это твои энергии так воздействовали, да? То добрый, то злой. Чувства менялись. Быстрая смена чувств. Вот это интересная информация. Хорошо, если Владимир такое в себе замечал, так вот виновник торжества стоит. Готово. Отлично, хорошо. Включай внутренний белый свет Владимиру. 1, 2, 3. На счет 3 Владимир начинает выдавливать из себя все, на всех 7 тонких тел, все негативные, остаточные и патогенные энергии, оставшиеся на чистоте спрута, хамелеона, арахноида, суккуба, демона. Все частички их энергии, все это выходит и формируется в шар перед ним. Готово. Хорошо, отлично. Большой шар. Как мяч. Открывается внизу под ним портал галактической души, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. У него что-то белое в ногах. Белое в ногах? Видишь это? И на счет 3 я даю команду. Это белое выходит и летит в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Что там? Фантом какой-то, пока не пойму. Человек или животное. Сейчас посмотрим. Наверное, на чистоту выскочит, когда будем читать. Пусть остается в клетке. Может, вот так он чистый. Чистый, хорошо, все прошли проверку, буду отпускать. Демон тебя первым спрашивает, ты больше всех пострадал, по твоим словам. Готов ли ты уходить на свою чистоту? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя, ставя огненную пентаграмму. Хорошо. Суккуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Арахноид готов уходить? Да, готов. В офис он пойдет. Да, я тебя в офис как раз и хотел отправить. И на счет 3 открываю сейчас портал в офис. 1, 2, 3. И арахноид идет в офис, собирает всю и дожидается нас. Мы скоро придем, минут через 20. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, спрут, готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Хамелеон, как тебе? 30 лет ты сидел и приходится уходить. Печально тебе? Или ты не знаешь чувств человеческих? Мне некомфортно. Понимаю. Мне хорошо. Не хватает энергии, свыкся я уже. Ну, придется тебе найти себе новое место обитания, потому что я тебя предупреждаю сразу, в это биополе ты больше не войдешь. Если ты войдешь, ты уже никуда не уйдешь. Мы будем это проверять. Все понятно? Да. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. 1, 2, 3. Хамелеон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Хорошо. Готов. У нас еще белое что-то находится в клетке. Снимаются все маски и голограммы. Сущности предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Кто ты? Проявись. Неупокоенная душа. Неупокоенная душа. Хорошо. Тогда постой там. Мы сейчас пройдемся по частотам. Или давай пройдем, потому что я не знаю, может там еще что-то есть. Поехали по частотам. Переходим на частоту магического воздействия. Если таково есть или было, оно проявляется. Магии не было, была какая-то женщина, которая орала, она кричит. Но это не магия, это то, что у него осталось. Хорошо. В памяти что осталось. Давай эту мыслеформу выдавим на счет 3. 1, 2, 3. И эта мыслеформа выходит. На шар вышла. Открывается портал в галактическое ядро, и оно уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Не место этому там. Готово. Хорошо, переходим на чистоту неупокоенные бесплотные души, если таковые есть, они проявляются. Она в клетке уже. Хорошо, я подхожу, спрашиваю неупокоенную душу, представься, как тебя зовут? Олеся. Олеся. Олеся, как долго ты находишься в этом биополе? 3 дня. То есть ты пришла специально для того, чтобы открыли тебе портал, да? Да, хочу быть.
Мы тебя выпустим. Хорошо, Олеся, расскажи просто немножко о себе. Когда ты ушла из земной жизни? В 1978 году. Утонула. Утонула. А почему так долго ты не могла уйти? Не поняла, где ты? Водой затянула. Водой затянула? Тебе понадобилось столько десятилетий, чтобы вот это вот выйти оттуда или как? Понесло меня. Понесло меня водой. Не на тот путь сразу пошла. Не вверх, а вниз. Затянула. Ого. То есть ты снизу поднималась наверх, чтобы попасть сюда? Из воды выходила долго. Какая тяжелая судьба. В каком возрасте ты ушла? 56. Хорошо. А нашли твое тело, так и не нашли, да? Похоронили? Рыбу съели. Рыбу съели. Олеся, я не буду тебя больше задерживать и тревожить твою душу. Ты готова уходить в светлый портал, в чистилище к своим друзьям, родственникам? Все тебя ждут там уже давно. Готова. И на счет три открываю светлый портал, портал в чистилище. 1, 2, 3. Открывается портал, и Олеся уходит в нее. В него встречает куратор, друзья, учителя. Все, кто знал Олесю, все ее встречают. Что у нас там, Вера? Свет, она уходит в свет. Встречает ее? Встречает. Отлично. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Но я полагаю, 3 дня это он пришел к нам. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Владимир, как вы себя чувствуете после чистки? Он плачет. Ну, такое бывает после энергии. Хорошо, Владимир, будем возвращать вас назад в ваш биоробот и сразу после этого перейдем к чистке вашего офиса. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем такую копию Владимира в систему биоробот душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Ты знаешь, ему информация какая-то странная идет, что он никому ничего не должен, а должен он лишь своей душе. Ту радость, которую он забыл. Хорошо, и перестал сам себя радовать. Владимир, прислушайтесь к этим словам. Это говорит ваша душа. Она пыталась достучаться до вас. Он погряз в чужих проблемах. Конечно. Забыл про свою душу. Готово. Пора вспомнить. Хорошо. И отключайся от объекта. Офис ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью в офис. 1, 2, 3. Ты перед входной дверью. Да, я здесь. Хорошо, входи в офис. И я даю команду на счет 3. Коридоры, клетка установилась. Хорошо, кто у нас там? Поехали. Арахноид. Арахноид. Рептилоид. Рептилоид. Два Грея. Джин. Джин. Вот он. Я тебя искал сегодня, Джин. Две воронки. Черт. И черт. 6. Хорошо. Начнем тогда сразу с арахноида. Арахноид, ты все собрал, да? Да. Ты готов уходить. Больше сюда не возвращайся. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, у меня вопрос к присутствующим. Кто был ответственный за финансовые сложности у Владимира из вас? Джин. Джин. Хорошо, Джин. С тобой будет отдельный разговор насчет твоего кувшина с золотыми монетами, насчет твоих колец, серьг и всех магических причиндалов, как и челмы. Ты понимаешь меня, да? Что плохого сделала моя челма? Чем она тебе не нравится? Мне не нравится то, что ты у человека отбираешь средства к существованию. И ты должен как-то это возмещать. Ты готов это возмещать? Дойдет очередь. Я каждый день здесь, как на работе. Хорошо, был, во всяком случае, до этого. После этого, в этом бюро, в этом офисе, если ты только сунешься или войдешь сюда, или попробуешь, ты просто сгоришь. Я все запечатаю здесь. Печатями царя Соломона.
и другими вещами, о которых ты только догадываешься. Но у меня к тебе отдельно будет разговор. Итак, рептилоид с Греями, как долго вы находились в этом офисе? 1.5 года. Вы отсасывали энергию у кого? У тех, кто там собирается в комнате, или у работников, или у кого? Или у всех? Люди, которые приходят. У всех. Клиенты, кто присутствует. Как чувствовали себя работники этой фирмы в этом офисе, когда от ваших подключек, находящихся в офисе? Это было что? Какие чувства, ощущения? Рабочее состояние, нам нужна энергия. Это кто говорит? Рептилоид. Рептилоид, а что ты думаешь, что я тебе отдам этот шар с энергией, который ты наворовал? Мне все равно, что тебе нужно. Я тебе задаю вопрос, ты должен на него отвечать. Я ответил. Ты не ответил. Я спросил, как оно воздействовало на людей. Что они рабочее состояние. Были в работе целый день. Они ощущали слабость после этого? Производить энергию. Производить энергию. То есть они очень много энергии тратили на выполнение своей работы? Да. На сколько процентов, в сколько раз больше они тратили энергии? Мы не забирали много, так как у них есть у каждого свои петеленцы. 20%, максимум 30%. Понятно. У одного точно нет уже подселенцев, это у Владимира. И больше не будет. И мы за этим будем смотреть. Так, 1.5 года. Давай команду Грэм, пусть выходит, собирает все, отключает. И возвращается в клетку, докладывает мне о готовности к проверке. Приступай. Так, Верочка, у нас там две воронки стоят, да? Да. Открывается под ними портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывает, печатает, растворяет. Готово. Хорошо. Считай, пожалуйста, у черта цифры над головой. 4 Герц. Кто он взялся? Сейчас будем искать порталы. Черт, есть портал? Полупортал. Хорошо, будем закрывать потом. Грей, закончили. Хорошо. Рептилоид Грей, я не разрешаю вам больше переходить в этот офис, если вы не хотите встретиться со мной. Тогда я точно все уничтожу. Первый раз я отпускаю. Все понятно? Да, услышали. Хорошо. Открывается наверху два портала. Один на частоте рептилоида, один на частоте Греев. Грей уходит в свой портал, рептилоид уходит в свой портал. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Так, черт. Давай сделаем так. Скажи мне сначала, сколько ты находишься, как долго ты в этом помещении находишься? Но он руками разводит. 5 лет. 5 лет. Ты только здесь или ты по всему зданию гуляешь? Переходит по порталу. По порталу. Хорошо, черт, я тебе предлагаю такой следующий вариант. Мы все равно по-любому здесь все будем закрывать и запечатывать. Но и у тебя есть вариант уйти не с пустыми руками. И я намерен после этого собирать всю темную энергию, которая здесь осталась, и могу дать тебе ее в дорогу. Согласен. Давай тогда сделаем следующее. Я сейчас разберусь с Джином, а потом перейду к тебе. И мы все решим. Считай цифры над головой, Джина. 7, 4, 12. Итак, Джин, рассказывай, как долго ты находишься в этом офисе? 1 год. Через портал пришел? Или да, с кем? Занесло. Занесло, понятно. С какой-то вещью или и так просто сам выскочил? Через портал. Искал место себе. Хорошо, Джин, меня очень не устраивает, что эта фирма терпит из-за тебя финансовые затруднения, что остановились дела. Как ты этого достиг? Что ты сделал для того, чтобы остановились дела у этой фирмы? Предупреждаю сразу, обман нетерпим. И то, что я тебе говорил, я действительно сразу же осуществлю, если я почувствую, что ты меня обманываешь. Уже многие джинны получили свой опыт. На меня работали. Конкретно. Я зарабатывал. Ты зарабатывал. Впустую все было. Все впустую. Как ты блокировал их бизнес? Я не понимаю, объясни мне. Что ты делал? Ты отгонял клиентов или что ты делал? Он показывает себя в коридоре, где стулья. Да. Он их перехватывал, клиентов, и отнимал деньги у них. То есть у клиентов... Оказывался рядом, да. И у клиентов не хватало денег для того, чтобы заплатить за работу или как? Объясни мне, я должен понимать эту схему. Ты подсаживался... Пока в кабинет зайдет, передумает. Вот как. Пока в кабинет зайдет, передумает. Хорошо. Джин, что ты оставил в этом офисе? Кое-что оставил. Это второе предупреждение. После третьего предупреждения ты лишишься и чалмы, и всех своих магических вещей. Вместе, возможно, и с сосудом.
Если я тебе задаю вопрос, ты обязан мне на него прямо отвечать. Если ты считаешь, ты не должен отвечать, ты мне так и скажи, я сразу же приступлю к своим действиям. Магниты оставил. Где они стоят? В разных местах. Давай, выходи и собирай все свои магниты в разных местах. Потом я после этого просканирую этот офис. Если я что-то найду на твоей чистоте, Джин, смотри. Мне кажется, ты не понимаешь серьезности ситуации, в которую ты сейчас попал. Не надо обижать Джина. Ой, каждый может обидеть. Ой, вот эта песня Джина. Джина каждый может обидеть. Все собрал. Джин, сколько тебе лет в человеческих годах? Ты не в курсе? Нет. Понятно. Ты постоянно жил в Израиле или ты где-то в других местах еще жил? В теплых странах жил. Понятно. Кто у тебя, какая у тебя самая интересная жизнь была? В какой период она совпала? Значит, где это была? У меня есть интересная жизнь. Я не говорю, хорошо. Самая впечатляющая жизнь. У падишаха ты жил когда-нибудь? У тебя были склады? Жил. Вот, я за это и спрашиваю. Когда это было? Турецкие корабли, забиты тканями. Вот это интересно, конечно. И когда это было? В человеческих измерениях? 16 век. Ты представляешь, у него 16 век, это уже какой опыт работы, понятно. Ладно, хорошо, Джин. Ты на вопросы ответил, у меня нет никаких оснований тебя задерживать. Больше буду тебя отпускать, но я тебе хочу предупредить. Ты должен обходить с этого момента этот офис, этих клиентов за 10 километров. Потому что, если мне хоть поступит маленькая жалоба, что что-то опять идет не так, я сразу же заподозрю тебя. Найду твои подключки, найду твои магниты, найду твою пыль. Я все знаю, что ты можешь оставить. И если я тебя вытяну, вот тогда уже смотри. Тогда ты уйдешь на дно Ледовитого океана без ничего. Я не хочу тебя запугивать, я тебя предупреждаю. Я знаю, насколько вы лживы. Поэтому прими это к сведению. Тебе это понятно? Понятно. В этот офис, к этим людям ты больше не подключаешься. Ни к клиентам, ни к работникам офиса. Все понятно? Да. Остальное меня не интересует. Держись с своей стороны улицы, я буду ходить по своей, и мы с тобой не столкнемся. Если мы столкнемся, я тебя... Зачем ты мне 10 раз повторяешь, я не глухой и не тупой. Согласен. Хорошо. Готов уходить? Готов. Он все собрал, Вера, все свои магниты? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. То, что он не тупой, это действительно так. Хорошо, черт, давай, пошли. Сначала выходи, собирай все, что ты раскидал в этом офисе. Все свои комочки, если есть где-то одеялки, все собирай. Много комочков, бумажек. Угу. Шарик. Шарики. Собирай все. А как твое влияние было здесь? Что, раздражало людей или как? Или мелочи были? Что там было? Расскажи мне, черт. Рутине, грязли они здесь. Понятно. То есть ты в состоянии влиять на рутину, да? Да. Ничего себе. Рутина и пыль. Готово. Теперь давай, черт, пошли по офису и показывай мне, где все порталы находятся, я буду их закрывать. Потом соберу негатив. Пошли. Коридор и пол. Хорошо. И по всему периметру пола внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот портал уходит в галактическое ядро. Вместе с ним уходит фантом портала. И уходят все наночастицы на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Пошли дальше. Из коридора дальше проходишь как-то. Угу. Портал, он как от стены к стене, как труба такой. Вот как. Хорошо, видишь его? Да. И под этим порталом открывается внизу портал в галактическое ядро, и засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом портала уходит, все наночастицы, все носится на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Пошли дальше. Окно в комнате, где Владимир работает. У него там портал прямо в его комнате? Да. Открывается внизу этого портала, портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот портал засасывается туда вместе с ним. Фантом портал уходит, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Он большой, это не только окно, он дальше продвигается. В комнату или на улицу? На соседний офис. Но он ушел весь. Он ушел полностью, да? Засосало его?
Хорошо, все, поехали дальше. Соседям повезло, значит, одним порталом у них меньше будет. Туалет есть. Пол, стена. И с левой стороны. Понял, по всему периметру этой стены внизу слева открывается портал в галактической ядро 1, 2, 3. И засасывает тогда этот портал, вместе с ним фантом и все наночастицы. Портал уносится на переработку, закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, еще что-то есть? Нет. Хорошо, пошли к клетке. И я даю команду на счет 3. Готово. Два шара, да? Да. Хорошо, под космическим открывается портал в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. А этот большой шар? Большой. Хорошо, черт, дотащишь до дома? Дотащу. Отправляю черту, как и обещал. Забирай. Готов. Хорошо, черт, я прошу тебя больше не приходить в этот офис, мы все будем здесь запечатывать, портал здесь не будет больше, поэтому найди себе новое место. Все понятно? Да. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. С того гнёт пентаграмму. Есть. Хорошо. Клетка пустая. Да. Открывается под ней портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. И... Купол готов, информация идет, откроем денежный поток. В офис? Да. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Да, будет так, а так и есть. Готово. Отлично, хорошо, Верочка, мы закончили все, ничего не забыли? Закончили. И переносимся к входной двери. 1, 2, 3. Отключайся от офиса и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.